Перенесемся теперь в Сибирь. Перед вами знаменитые красноярские столбы. Здесь проходят тропы больших туристских маршрутов. А сколько в Красноярске любителей скалолазов. Чтобы подняться между двух таких столбов, нужны ловкость, смелость, точный расчет своих движений. Посмотрите, как спускаются вниз мастера такого вида спорта. В самых живописных уголках проводят свой отдых трудящиеся нашей страны.